И всем привет, с вами Ройсиксон. Сегодня я расскажу, наверное, про самое интересное и, возможно, самое прибыльное, что есть на бирже Gate.io, притом с малыми рисками, а именно стартап на бирже Gate.io. Но перед этим подпишитесь на мой телеграм-канал, также на телеграм-канал Gate.io. В общем, все ссылки будут в описании. В своем телеграм-канале я показываю, какие монеты покупаю, что с ними делаю. Например, я сказал то, что продал почти все при битке 60 тысяч долларов. Ну, пока что я прав. Кстати, в телеграм-канале написал, когда буду покупать крипту. Кстати, там также в телеграм-канале недавно был 100% airdrop. В общем, там много всего интересного. А теперь интересный опрос для россиян. Кстати, каждый из них получил призы от Gate.io, и все люди были неподставными. Кстати, вы можете задать вопрос, и если он будет интересным, то я задам его в следующий раз. Ну все, смотрим опрос. Привет, отвечу на пару вопросов. Конечно. Что ты знаешь о криптовалютах? Сама лично никогда с ними не сталкивалась, но как бы знаю, что это такое. Какие плюсы, минусы, может, знаешь? Я знаю, что это полная анонимность и что взятки удобно с ними брать. А как ты думаешь, сколько примерно пользователей в России криптовалют? Ну, Россия большая страна, наверное, несколько миллионов. Да, правильно, от 4 миллионов до 10 примерно. Угу. Спасибо за ответы. Спасибо большое. С помощью стартап пользователи Gate.io могут зарабатывать от нескольких сотен долларов. Как именно, расскажу чуть позже. Кстати, чтобы пользоваться стартап, как бы это странно ни звучало, нужно пройти регистрацию на бирже, если вы этого еще не сделали. Кстати, ссылка будет в описании, зарегистрировавшись, по которой вы получите вечную и максимальную скидку на торговые комиссии, а именно там 20%. С помощью стартап Gate.io делает листинги новых монет на бирже. То есть владельцы этих проектов связались с Gate.io и предлагают им развестить их проект на биржу. А чтобы пройти листинг, проект должен заплатить, и все это делается через стартап. И проект выделяет токены и передает токены Gate.io. А затем Gate.io размещает их на стартап и раздает нам, пользователям. Но не все получают эти токены. Пользователь должен выполнить определенные действия. Так, у пользователя должен быть VIP-статус. Пользователь должен принять участие в стартапе. И на счете пользователя должно быть определенное количество USDT. Итак, мы можем получить эти токены бесплатно. А после они могут подорожать несколько раз. Если вы сомневаетесь, листаем ниже и видим законченные стартапы и можем посмотреть статистику. Например, Hydraverse, количество участников 20 тысяч и огромные проценты прибыли и многое другое. Так мы можем посмотреть, как закончились все стартапы, например, Riot, RBLS, ORBR и так далее. Их там много. Так что регистрируйся и смотри за понравившимся стартапом, а лучше участвуй. Кстати, также мы можем посмотреть стартовую цену. Пока в стартап есть 3 проекта, в которых можно поучаствовать и которые скоро начнутся, так что ждем. Также мы сможем прочитать информацию о стартапе до того, как он начнется. Но, как правило, все дают иксы, и это не так важно, потому что биржа Gate.io тщательно проверяет монеты, которые выходят на стартап. Но все же я считаю, что нужно проверять то, во что вы инвестируете, как бы это смешно не звучало. Так, давайте посмотрим один стартап. Это Axel Inno. Axel — это децентрализованная биржа с интеллектуальной маршрутизацией в Ethereum Chain и Binance Smart Chain. Еще есть информация о токене, правила продажи стартапов Axel Inno. Так мы можем знать о проекте до начала стартапа. Это очень полезно. Мне кажется, стартап от Gate.io это очень полезная штука. Так мы можем заработать, ведь после стартапа цена на токен вырастает почти всегда. Но все равно прочитайте про проект. Чтобы заработать на бирже Gate.io, можно использовать Gate.io Startup. Вывод. Стартап Gate.io очень полезная штука, но нужно обладать некоторыми вещами. Например, USDT, иметь какой-то VIP уровень и тому подобное. Но благодаря этому можно хорошо зарабатывать на пассиве. Ставьте лайк и регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получайте бонус. Вечную скидку на комиссии 20%. Оставляйте свое мнение про стартапы, может какой-то опыт. И спасибо за поддержку. Да, кстати, в телеграм-канале все самое новое и интересное, чем я занимаюсь. Так что ссылочки в описании.